во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, браты и сестры, мы стоим перед Святой Плащаницей. И сегодня, как николи, нам треба вдуматься у слова святого апостола Павла. Мы проповедуем Христа распятого. Так святый апостол выразил сутность христианской проповеди, сутность христианского учения. Христос распятый. Именно тому от часу распятия Христового и до сегодняшнего дня крыж Господний является самым явным, самым видовочным символом христианства. Христос распятый. Про Его писали пророки еще у Старом Заповете. И сегодня мы чули на вечерней службе Паремию читание святого пророка Исаии, где он пишет про Сына Божьего, який будет покутывать. Пророка Исаию называют старозаповедным евангелистом. Ему Господь открыл настолько выразно вот эту истину об покутах Господних, что он их описал, нібито присутничав на Голгофе. Описал он за 8 столетий до пришествия у свет Господа. И он пишет и каже: мы бачили его, и не было в нем ни виду, ни величи, и он был приниженный. Мы думали, что он покутает за грехи, але Господь ему открыл, что грехи у всех нас, грехи у всего человечества Бог усклав на его. Мы, люди, каже апостол, каже пророк Исаия, заблудились, как овечки, которые не имеют пастора, пастуха. И грехи всех людей Господь услал на Его. И Он пораненный был за грехи наши, и Он мучимый был за беззаконие нашего, наших, и ранами Его мы оцелились. И вот это пророцтво, которое находится в 53 разделе, в 53 главе, в книге пророка Исаии пророк начинает со слов: «Кто поверил почутому от нас?» Это значит, что пророк, когда он рассказывал про это, что ему открыл Господь, то люди не могли этого зрозуметь, не могли этого принять. И это, можно сказать, не дивно. За 8 столетий до этих подей. Але апостол Павел, когда он пишет послание до Коринфян, уже после того, как все это отбылось, как все это было записано, засвечено, апостол Павел кажет, что слово про крыж Господний, про покуты Господние, слово про Христа распятого для иудеев оказывается спокусой, для эллинов оказывается неразумностью, юродством. Иудеи потребуют чудов, а эллины шукают мудрости. И вот в этой мудрости, в этой логике человечей они никак не бачать у тем, что отбылось на Голгофе.
як не разумели того, что отбывается на Голгофе многие из тех, которые там были. Мы помним это. Господь висит на крыже, проходят многие люди и кажут, «Коли ты Сын Божий, сиди с крыжа, и мы уверуем у тебе, других ты спасал, а себе самого не можешь спасти». И навод Господь сам засвечил, коли молился Богу Отцу об своих распинателях, молился и казал, «Ойча, пробачь им, прости им, бо яны не ведают, что творать, не ведают, что робить». И апостол Павел каже, коли б яны разумели, то не распяли бы Господа славы. Соправды тое, что отбылося на Голгофе, не поддается человечей логице. И самое, может быть, что тяжко принять, тяжко зразуметь, это сутность и значение этих мук, этих страшных покут Христовых. Боже мой, Боже мой, на что ты покинул меня? Или лама сабахвани. Не выпадково у Евангелии немного есть таких слов, которые написаны именно на той мове, теми словами, как Господь их промовил, на арамейской мове, хоть самое Евангелие писалось по-гречески. Чему? Потому что эти слова, это был, конечно, крик, вопль, и возопи гласом велим, как сказано в Евангелии. И вот эти слова, они стояли в ушах евангелистов, которые их чули, и многих людей. И тому они их передали литерально, так, как чули эти слова. А не как их принять, как их зрозуметь? Сын Божий звертается до Бога Отца, на что ты покинул меня? А он, конечно, ведал, на что он пришел, и апостолам своим казал, попереджвал, для чего он пришел на землю. Але покуты его были настолько тяжкие, что человечая природа, человечие силы их не вытримливали. И вот как соотнести эти страшные покуты у моральном плане с тем, что отбывалося. У моральном плане с боку людей можно назвать это грехом. А не давайте подумаем, який был это грех. Когда мы поставим питание, який самый тяжкий грех, то, напевно, мы скажем, что самый тяжкий грех – это забойство. Когда один человек ненавидит другого настолько, что он его умерщвляет, забирает его жизнь. Это, саправды, страшный грех. А не то, что отбылося на Голгофе, это еще нечто больше страшное. Потому что Иисус из Назарета был не просто человек. Это был Бога-человек. Это Бог. И то, что сделали в этот день люди, это не просто человека забойство, это Бога забойство. Это такой грех, якого еще не было на земле николи. И вот самое незразумелое заключается вот в чем. Некогда Адам и Ева, наши прабатьки, были выдалены, выгнаны из рая за то, что они вкусили забороненный плод. И вот, когда следовать человечей логице, то что повинно было быть
з людьми, з родом чоловічим. Після гэтага страшного греху богозабойства. По логіці, покарання повинно було бути ще страшнейшим. Увесь чоловічий род повинен був знищений. А вера християнська говорить нам зусім нечто інше, тоє, що саправди перевышає всякую логіку, що смерть Христова, Його страшні муки на крижі, вони оказуються не покаранням нашим для людей, а являються ахвярою, якая нас вибавляє від покарання, якая нас вибавляє від гніву Божого, якая нас ратує, якая нам дає можливість увійти у рай. І ось це, правда, самое дивное, что есть у христианстве, что муки Христовы, покуты Христовы, смерть Христова – это ахвяра за наши грехи. И нам с вами, каждому из нас, только важно усведомить, что заправды каждый из нас грешник. Але грешники есть, можно сказать, два разрады грешников. И вот эта истина так само нам явлена на Голгофе. Два разбойники были распяты разом с Господом. И один помер и в земным своим житті, и загинул для вечности. Другий так само помер, як человек, человечей смертью. А не Господь ему сказал, ты будешь сегодня ж со мною в раю. И сказал ему Господь, это тому, что он покаялся. И это так само многим не зрозумело. И мне, многие, кто упершиню читали Евангелие, подыходили, издивлялись и казали, это ж несправедливо, это ж разбойник все-таки, да. Это ж разбойник, когда он разбойник, то он повинен быть покаранный не только земным судом, человечей уладой, а не и Богом. А Бог ему сказал, сегодня будешь со мною в раю. А другий, таки самый разбойник, не покаявся. И вот в образе этих двух разбойников нам дается, можно сказать, образ усяго роду человечего, усих нас. Мы все разбойники. Мы, саправды, усе грешники. У большей чи в меншей мере, але мы грешники. И когда мы усведомляем свой грех, каемся, Господь нас готовы принять и пробачить. И тогда Его смерть, саправды, является выкуплением и наших грехов. Когда мы не признаем себе грешниками, то грехи наши застаются с нами. И ахвяра Христова для нас оказывается бесплодной. Тому сегодня у святой плащаницы перед Господом Иисусом, який лежит бездыханным, помолимся словами благоразумного разбойника. Помяни и нас, Господи, когда приидешь во Царствии Твоем. Аминь. Спасибо, Господи. Аминь.
Тебе, Боже наш, слава Тебе, обешенная повидена Христе Сына и Господа Дева Чистая, терзанящийся вопияши Боце, со другими женами стеняши глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вижу Тебя ныне, возлюбленные мои чада и любимые, на кресте висяща и уязвляюся, Боже, сердцем, притче чистая, но дашь слово благие рабе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, волею Сыне Мой Творче терпише на древе лютую смерть, Дева глаголаше предстоящий у Христа со возлюбленным учеником, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Ныне моего чаяния, радости и веселья, Сына моего и Господа лишено бы, увы, мне болезную сердце, чистое плачущее глаголаше. И всех Божия вер, не оставших Христа, Дева рыдающих глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, о страшном Твоем Рождестве, странном Сыне Мой, паче всех матери возвеличена выхаз, но вы мне ныне Тя видяще на древе, распалайся утробою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хочу утробу мою на руку, ибо же я на младенце держах с древа приятия, вещаше чистое, но никто же увы мне сего наде, и ныне и присно, и во веки веков. Все свет мой сладкий, надежда и живот мой благий, Бог мой угасе на кресте, распалайся утробою, Дева стенящая глаголаше. Слава Тебе,
приимши его с плачем, Матерь искусомужная, положи на колену, молящий его со слезами и облобызающий, Отца жаждающий и восклицающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Едину надежду и живот, Владыко, Сыне мой и Боже, По очию свет, раба Твоя небех, Ныне же лишена бы к Тебе, Сладкое мое чадо и любимое, И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Болезни и скорби, и воздыхания обретошами, Увы мне, чистая вон церкающий благолаше, Видящий тебя, чадо мое возлюбленное, Нага и уединена, и вонями помазана мертвеца. Соблюди меня, ты выси сын и Бог мой.